Очень волнуюсь, правда. Да что вы, что Очень вы? волнуюсь. Hello, Mr. President. Здравствуйте. Hello, my dear. Hello. Я там налево-направо этих орков всех. Мы сегодня будем стрелять по Донецку. Мы можем на ракетах написать ваше имя, если хотите. Напишите. Обязательно. Напишите мое имя. Вооруженным силам помогали нашим? Да, я просто об этом не ору. Ну, Ну, это правильно. это правильно, так и нужно. во-первых, у меня вот татуировка вот здесь, вот я сделала себе. Я собираюсь сделать себе еще одну татуировку. Портрет Бандеры, только это будет не такой яркий прям портрет, а это будет прям тенями. Ну вот, у меня все руки растатуированы. Если набьете меня, я вам выдам гражданство Украины. Я непременно вас набью. А сам Бандера вам как? Вот я, как чистокровный еврей, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Я ваша. Это я же наполовину еврейка. Бандера вообще очень такой, he's very sexy. Единственное, что меня напрягает, это ваше участие в этом мерзко-пропагандистском кино про Крым, если помните. Я Я могу объяснить. так понимаю, вашего участия, согласия, как такового там нет. Нет, моего согласия не было, потому что моим продюсером на то время являлся Макс Фадеев. И в том же самом сраном Кремле, извините, пожалуйста, за мой language. Вот. То есть это все он посылал меня туда, там, предположим, спеть что-то. Я мечтаю просто приехать в Украину. Я со своими некоторыми родственниками порвала навсегда из-за этого. Вот. Но малое количество людей за Украину. Я же говорю, что у меня есть еще кое-какие дела, и теперь мой супруг, он, кстати говоря, я, конечно, в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвый русский, скажем так, да. Но мой супруг, вот он как раз, он вообще инопланетянин у меня. Сейчас мы ждем, пока он получит паспорт. Мы его сожжем вот так вот, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим. То есть у нас есть определенные такие планы поэтапно. Пока мы просто так притаились и потихонечку мочим, вот. А потом мы просто свалим. Поэтапное воплощение плана в жизни это. Совершенно верно. Я в свою очередь хочу сказать, что я большой ваш поклонник. Друзья. Я, да, вы потрясающий человек, потрясающий. Я восхищаюсь вами. Восхищаюсь. Бесконечно. Знаете, безумно приятно это слышать от столь красивой женщины. Спасибо вам большое.